понимали, что вы договор дарения подписываете, конечно, правильно? Конечно, я и не слышала, как она разговаривала с этим, который оформлял на компьютере. Зинаида Панина в 91 год лишилась сразу и дома, и земли. В Осоргино она живет всю свою жизнь. Участок 20 соток получила после войны. Вместе с мужем построили дом и стали объектом для мошенников по совместительству дальних родственников ее невестки. И объяснили ей, что вот у тебя есть дом, у тебя есть земля, но как-то все не так оформлено, и можешь в любой момент это все потерять. То есть каким-то образом вот в доверие к пожилой женщине они вошли. Вот. Забрались к ней в сейф открыли, каким-то образом ключи у нее забрали от сейфа, нашли там документы на земельный участок. Мало того, земельный участок был оформлен, дом был оформлен, имеются документы на земельный участок и на дом. Это была уловка, на нее-то и попалась пенсионерка, подписала договор дарения, что называется, без задней мысли, не читая. Нотариально его, конечно, не заверяли. Сделку зарегистрировали в МФЦ в простой письменной форме, что на руку мошенникам. Ведь проверить, понимала ли бабушка, что подписывает, в данном случае невозможно. Обмануть пожилого человека оказалось проще простого. Мы же приехали-то землю оформлять. Ну и я безо всякому ей доверяла, воровке своей. Она моей снохе, это племянница. Ну, думаю, все нормально. А когда мы пришли смотреть-то по компьютеру-то, а там дарение вместо оформления этой земли-то. Теперь новая собственница этой недвижимости — Соломина Олеся Александровна, проживающая в Хабаровске. Она на связь с бабушкой выходит, но она ей поясняет, что она вообще ей угрожала чуть ли там, если ты исковой не заберешь, то вообще я вас всех тут посажу. Она, понимаете, у нее муж адвокат, то есть это люди подкованные. Вот, это не просто какие-то граждане такие вот, которые просто пришли и бабушку здесь обманули. А вот на связь с Одинцовской полицией новая владелица так и не вышла. По этой причине отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Но с отказом не согласились адвокаты. Теперь обжалуют его в прокуратуре. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оно носит формальный характер, потому что там не опрошены. Даже сын не опрошен, даже внук не опрошен. Это-то не представляло труда опросить этих людей. Они здесь присутствовали. Ну, вот. В жалобе изложили. Естественно, жалобы мы все изложили. Обжалуют защитники отказ в наложении ареста на бывшее имущество пенсионерки. Подобные ходатайства заявляли уже дважды. Но Одинцовский суд был непреклонен. Не учел ни возраст, ни заслуги пенсионерки, ни даже риск перепродажи имущества. Мотивировка отказа была такая, что мы не доказали, что Соломина пытается этот дом переоформить. Но вы же прекрасно понимаете, мы это доказать никогда не сможем. Человек живет в Хабаровске, там может быть заключен договор дарения и даже не регистрирован в органах МФЦ. То есть договор будет, да, и будет новый собственник. Просто не пройдет госрегистрация, она не поступит в Росреестр, да. И здесь появится еще третье лицо. Это третье лицо будет добросовестным приобретателем. И тогда 90-летний ветеран войны вместе с сыном и внуком рискует остаться на улице. По всей видимости, суд эти обстоятельства мало волнуют. Важнее формальное применение нормы закона. Но адвокаты решили пойти дальше. И мы готовим еще ходатайство одно о наложении ареста. Ну, попытаемся еще раз объяснить. Третий раз. Это будет третье уже ходатайство о наложении ареста. Вот. И будем пытаться уже в суде, то есть встретиться с судьей. Даже в дни приема встретиться с судьей нам не удалось. Но попытки достучаться до судьи правозащитники прекращать не намерены. Надеются, что суд все же проявит гуманность к обманутой пенсионерке, признает договор дарения недействительным и вернет ей жилье. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».